18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-регион», я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Если вы считаете, что вы как депутат договорились с людьми, не ну то, тогда... Не то, что выполнили их. Нет, вот я вам дам список этих людей. Депутатская неприкосновенность не поможет. Глава Анапы взял на личный контроль ситуацию, где права жителей нарушает тот, кто должен их защищать. Танцами, песнями и подведением итогов в Анапе провожают уходящий год. В отличие от изобилия современных там детских игр, игрушек всяких, действительно радовало. Письмо из прошлого. Изучить историю страны по новогодним открыткам и получить особое праздничное настроение дает возможность уникальная выставка в Гаргипии. В эти предпраздничные дни глава Анапы Юрий Поляков стремится провести как можно больше встреч и адресовать теплые слова поздравления большему числу анапчан. Встреча со старшим поколением святое. Сегодня руководитель города-курорта поздравил с наступающим Новым годом почетных граждан Анапы и ветеранов органов местного самоуправления. Я хочу поблагодарить именно вас, потому что вы закладывали тот маленький кирпичик, фундамент того, что сегодня существует город-курорт Анапы. Хочу пожелать вам всем здоровья, долгих лет жизни, теплоты в семье, всего вам самого хорошего. Пусть Господь вас всех благословит и даст вам много лет жизни. Председатель совета Леонид Кочетов рассказал, по итогам года Анапа вошла в десятку лучших муниципалитетов края. И это стало возможным в том числе и благодаря правильно выстроенной предшественниками работе. По рейтингу муниципальных образований мы занимаем 9 место из 44. Мы обошли такие города, как Новороссийск, Сочи, Краснодар. Я считаю, что это очень большое, хорошее достижение для нас. Медалью за активную работу в муниципалитете наградили Наталью Смоглюк. Она более 30 лет проработала в управлении образования. Те годы, когда вспоминаю, был как раз такой переходный период, когда мы боялись, что мы потеряем детские сады. Но мы смогли в этот период все детские сады ведомств вернуть в муниципальную собственность. Все, что мы взяли, было отремонтировано, была принята большая муниципальная программа, порядка 20 миллионов совместного софинансирования. Все детские сады в районе, в городе, у нас была все общая сеть, все остались сохраненными. В завершении встречи Юрий Поляков поздравил тружеников с наступающим Новым годом и выразил пожелание, чтобы в следующем году здесь же все ветераны муниципальной службы вновь встретились в этом же составе. И еще об одном предновогоднем сюрпризе. Неожиданный визит нанес мэр Анапы Юрий Поляков супругу Манохину, ветерану Великой Отечественной войны. Обещал приехать лично и приехал. Ольга Кузьминична никак не ожидала увидеть мэра на пороге своего дома. Это наш мэр? Да, ваш мэр. Можно вас поцеловать? Конечно. С наступающим. Умница, какой умница. Послушайте. Единственное, хорошего нам человека дали после Пахомова. С Новым годом, с наступающим. Спасибо. Хотел бы его увидеть, потому что я ему обещал. А я сейчас приглашу его. Зовите его. Александр Николаевич Анохин с Юрием Поляковым встретился случайно по пути из поликлиники и попросил поставить больше лавочек для пенсионеров. Просьбу мэр услышал, а сам приехал к супругам с небольшим подарком. Скажите, вы на мало или на много к нам? Как Бог даст. Мы хотим, чтобы вы долго были. Буду. Раз вы хотите, значит, буду. Я бы хотел, чтобы, пожелание такое, чтобы вы же так бы обратились бы к городу лицом. Пожелание здоровья и долгих лет от мэра и благодарность от анапчан за внимание к ним. Встреча получилась недолгой, но очень теплой. Конфликт интересов. Жители Алексеевки написали коллективную жалобу на имя главы Анапы на застройщиков. Строительная техника, которая регулярно проезжает мимо их домов, разбивает дорогу. Во время дождей она становится непроходимой. Юрий Поляков выехал на место и выяснил, что застройщик – депутат местного совета, которому доверено защищать интересы людей.
Юрий Поляков выехал по коллективной жалобе жителей трех домов в Родниковом проезде. Вместе со своим заместителем Анжеликой Бузуновой глава Анапы прошел по разбитой дороге, которую люди вынуждены делить с большегрузной техникой. Всем известно, что строит в этом районе Игорь Илько, он же депутат этого округа. Однако народный избранник о чаяниях здешнего народа не знает. Жалобу не видел, кто застройщик, понятия не имеет. Застройщики этих домов обещали им здесь сделать дорогу благоустройства. Ну, я понял, кто застройщик этого дома? Я не знаю, о каком застройщике речь идет. Сегодня строятся дома там, многоэтажки, по тому проезду. Эта дорога, касающаяся, которая здесь идет, мы сказали нормально, когда достроят здесь дома квартирные, мы сделаем дорогу, это вообще не вопрос, никто не отрицает. Дай мне жалобу сюда. Ну, тогда надо. Если вы считаете, что вы как депутат договорились, с людьми, выполнили требования. Я вам дам список этих людей. Идите с ними договаривайтесь тогда. Посмотрите. Это не один человек. Видите, сколько жалоб? Видите? То есть никто ни с кем ни о чем не договаривался. Следующий вопрос. Раз вели застройки в ваш округ, я понять не могу, где тротуар здесь для людей. Вот идет женщина с коляской, с ребенком, ей куда идти? Да, у меня такой же вопрос, Юрий Федорович. И здесь железные доводы. Депутат готов построить тротуар, но не успел. 2 года назад на муниципальную землю, где могла быть пешеходная дорожка, самовольно вылез магазин. Тревогу бил, но это не точно. Все ваши обращения, что вы говорите по улице, дайте нам. И мы тогда скажем, Леонид Иванович, обращался Илько или нет? И почему администрация не работает тогда? У меня вопрос. А просто словоблудием, вот там, вот то. Да, мы без сомнения проверим, и забор проверим, и это. Ну тогда другой вопрос. А вы где были, раз это ваш округ? Осведомленность депутата тут же ставят под сомнение жители округа. По всему видно, что со своим народным избранником они встретились только сейчас. И то благодаря визиту главы. Ну, мы подписывали, да, коллективно, как бы ото всех, согласны с претензиями, потому что мы с ребенком за коляской не пройти. Молодец, правильно. Магазин стоит, что лет 20 уже стоит. Да, кстати, Вы говорите, 2 года назад да, построили. Лет 20 уже стоит. Конечно. Я здесь 18 лет уже живу. А? Кирпичный, нет, вот этот магазин. Кирпичный, не кирпичный, но он стоит. Ну вот этот кирпичный магазин или вот тот, который там дальше? Нет, вот именно вот этот магазин. Я здесь уже 18 лет. 20 лет сюда стоит. Переехал. Мужчина обманывает. Я переехал сюда. А я вам обманываю, Юрий Федорович. В 98-м году вы могли тут и не быть. Ну, и 3 года назад, да, и 4 года назад. Я живу здесь с 98-го года. Не надо мне дезинформацию никакую. Коллективная жалоба рассмотрена, и по всем изложенным доводам будет проведена проверка. Но поведение депутата уже сейчас Юрий Поляков назвал недостойным. Проблема с парковкой возле филиала детской поликлиники в 12-м микрорайоне решена. Там оборудовали большую автомобильную стоянку. Теперь посетителям на авто больше не придется курсировать по двору в поисках парковки. Длинную удобную стоянку организовали прямо перед входом в медучреждение. Проезд очень узкий. Постройка была давно. Естественно, поставить даже коляски было весьма проблематично. Вот, фактически местные жители ставили свои машины, плюс родители приезжали с детьми, и все, тут затор. И мы с большим радостью, конечно, восприняли то, что нам наконец построили такую стоянку, где родители могут спокойно подъезжать и ставить свои машины. А родители без машин, с колясками, могут проезжать и подходить к ступенькам, а не преодолевать преграды. Комфортнее передвигаться стало и жителям улицы Спортивная в микрорайоне Алексеевский. Там построили новый тротуар общей площадью 400 квадратных метров. На его строительство ушло почти 30 кубометров бетона и 2 недели работы. Общая длина тротуара составляет более 260 метров. По словам местных жителей, пешеходной дорожки здесь очень не хватало. Очень прекрасно, сейчас очень хорошо ходить, особенно пожилым людям. То было спотыкаешься, ходишь, падаешь, здесь грязь постоянно была. Благодарна мэру города, благодарна всем, кто это делал, и ребятам, которые делали. Все прекрасно, все хорошо. Особенно хорошо, наверное, для мамочек, которые здесь ездят с колясочками. Вот, потому что район детской поликлиники. Здесь было ужасно отвратительно. После дождя много грязи. Теперь у нас, слава богу, есть хороший тротуар. Сейчас коммунальная служба города наносит последние штрихи в подготовке Анапы к Новому году. А с 31 декабря специалисты переходят в режим круглосуточного несения дежурства. На время дежурства у нас определено уже объем работ. Это будем выезжать, осматривать елочные украшения, осматривать провалы, которые образуются. Если автомобильная авария или еще что-то снесут, значит эти работы будут производиться незамедлительно. Всего на обеспечение коммунальной безопасности города будет дежурить 5 операторов.
оперативных бригад. В станице Благовещенской торжественно проводили уходящий год. Станичники, представители городской и местной администрации, Совета ветеранов, общественных организаций, а также священнослужители собрались в Доме культуры. Праздник стал первым крупным мероприятием в ДК после капитального ремонта. По итогам работы округа, грамотами и благодарностями главы города и местной администрации наградили самых активных станичников. Каждый из них внес свой вклад в социально-экономическое развитие станицы, а значит и Анапы. Хочу вам сказать спасибо за тот труд, который вы делаете сегодня. Все вкладываете свою лепту Благовещенскую. От всей души всех поздравляем с наступающим праздником. Желаем счастья, здоровья, успехов и процветания. И то, что вы делаете сегодня, собираетесь таким коллективом, передайте своему младшему поколению. Будьте здоровы, будьте счастливы. С наступающим вам годом. От Совета муниципального образования поздравить вас с наступающим Новым годом. Дорогие наши, мы хотим, чтобы в этой станице всегда был мир, в этой станице всегда была любовь и уважение друг к другу. Берегите себя и берегите близких. Будьте счастливы. С наступающим Новым годом! Проводили уходящий год станичники в теплой атмосфере за накрытыми столами. Весь вечер гостей своим творчеством радовали местные коллективы и ансамбль «Исаул» из городского театра. Итоги работы за год подвел и Анапский клуб «Ветеран». Там в торжественной обстановке наградили отличившихся и проводили 2017-й. Концертную программу посвятили 80-летию со дня образования Краснодарского края. В зале самая активная часть анапчан серебряного возраста. Все они принимают участие в городских мероприятиях, организовывают досуг для своих сверстников, проводят патриотическую работу с молодежью. За многолетний добросовестный труд активистов наградили грамотами администрации города и памятными подарками. А музыкальные коллективы клуба подготовили специальную программу, посвященную 80-летию со дня основания Краснодарского края. Валентина Степановна Хиониди – первый руководитель клуба. Вспоминает, как все начиналось 21 год назад. Людей было немного, ветхое деревянное помещение. Однако трудности были не только материальные. Было очень трудно работать, потому что первыми были... Я пришла, и все ветераны войны. Мама моя, донская казачка, она меня всегда приучала. Вот придет старшее поколение, например, надо всегда им ручки поцеловать, всегда кофе подать, всегда с уважением. Сегодня в клуб входит 16 общественных объединений, а это около 600 человек. Благодаря поддержке администрации появилось собственное большое светлое помещение. На мероприятие подвели итоги года и наметили план работ на будущее. Не забыли и про новогодние поздравления. В шутливой форме артисты передали эстафету от уходящего года огненного петуха к приходящему году желтой собаки. Руслан Немцев, Михаил Григорьев, Анапа регион. Окунуться в новогоднюю атмосферу советской эпохи предлагает анапчанам музей Гаргипия. Там открылась тематическая выставка «С Новым годом». На ней представлены новогодние открытки 50-х-70-х годов, ставшие раритетными. Помимо поздравительных писем, посетители смогут увидеть картонные, стеклянные и ватные игрушки того времени, самодельные бусы и многое другое. Это сейчас люди друг друга поздравляют больше по телефону или с помощью СМС. А еще каких-то 40 лет назад добрые пожелания разлетались по всей стране на вот таких вот открытках. Добрые, трогательные. Эти почтовые карточки по-особому грели душу. Чаще всего художники на них изображали новогодние часы, Кремль, лесные пейзажи и сюжеты детских мультфильмов. Прослеживались и идеологические ноты. По новогодним открыткам можно смело изучать историю страны. Первый полет в космос, Олимпиада и, конечно, Великая Отечественная война. Открытки сейчас, может быть, где-то вытесняются современными цифровыми технологиями, но вот сидеть, писать, делать какой-то черновик, поздравлять человека, это развивало определенные эмоции. Молодые посетители выставки с большим интересом разглядывают экспонаты. Школьники признаются, сейчас в их среде не принято дарить открытки. Однако сегодня многие вдохновились, и, возможно, со временем традиция вновь возродится. Очень необычно посмотреть, как, ну, что было у других, ну, людей до этого. Как, ну, вот, что они отправляли, вот это получается, как они представляли вот, будущее. 2000-й год был очень интересный на одной из открыток.
На стендах представлено более 100 экспонатов дореволюционного и советского периодов. Их долгие годы собирали сотрудники музея. Есть и самодельные игрушки, фигурки из пенопласта, стеклянные бусы и фрукты из ваты. Все это позволяет окунуться в праздничную, волшебную атмосферу детства. Когда я был маленьким, украшали елку. И для меня тогда уже, вот я сейчас понимаю, эти игрушки были... Ну, не новыми, так скажем. Вот, но зато ими можно было играть. Я и Новый год, и пока эта елка стояла, и играл с игрушками, которые сделаны из папье-маше, которые сделаны из пенопласта. Это было, в отличие от изобилия современных там, детских игр, игрушек всяких, действительно радовало в Новый год. Выставка продлится до 19 января. Организаторы обещают, ни один посетитель без новогоднего настроения не уйдет. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион. В новогоднюю ночь в целях безопасности будет ограничено движение в центре города. С 19 часов 31 декабря и до 4 часов 1 января нельзя будет проехать по Астраханской от улицы Терской до набережной, по улице Протапова от Ленина до Астраханской, по улице Пушкина от Соборной до Русских ворот и по улице Горького от Краснодарской до Астраханской. Подарок должен быть полезным. Сегодня в магазине «Прораб» состоялась новогодняя акция. Сотрудники магазина разыграли множество призов из ассортимента. Более 20 различных электроинструментов нашли владельцев, включая главный приз – бензиновый генератор. Подробнее в нашем сюжете. На объездной улице около дома номер 5 сегодня многолюдно, как никогда. С начала декабря магазин «Прораб» проводит новогоднюю акцию. Каждый, кто сделал покупку на сумму от 1500 рублей, получал купон с номером, по которому сегодня можно было выиграть один из более чем 20 подарков. Успехов, здоровья, мира вашему дому, все, чтобы было у вас здорово и хорошо. В руках людей заветные купоны с порядковыми номерами. Именно среди них счастливый случай выберет, кому достанется дрель, перфоратор или главный приз – бензиновый генератор на 5 кВт. Во избежание подтасовок купоны разрезаются и оставляются в контейнере непосредственно перед началом акции. С помощью своих помощников из числа зрителей Снегурочка определяет победителей. Вот, ну женская половина у нас прямо сейчас стала популярной. Поздравляем, как зовут? Дарья. Дарья, аплодисменты, с Новым годом! Корзина с подарками тает на глазах. В толпе счастливые лица тех, кому сегодня улыбнулась удача. Однако главный трофей еще ждет своего хозяина. Под торжественную музыку ведущая оглашает номер счастливчика. И под аплодисменты он выходит из толпы, еще сам до конца не веря в то, что сегодня он главный победитель. Да, друзья, действительно, аплодисменты герою нашего праздника. Как зовут? Саркис. Саркис, вы верили, что это чудо может с вами произойти? Хорошо, что есть такой магазин «Прораб», пускай развивается, магазин очень хороший, качественный. Ну, спасибо ему большое. Эта новогодняя акция далеко не первая из тех, которые проводит «Прораб». С приходом холодов магазин уделяет огромное внимание ассортименту тепловых пушек, генераторов и стабилизаторов, а также огромному выбору зимней спецодежды. Словом, всему, что может потребоваться, чтобы с комфортом пережить пусть не сибирскую, но все же довольно прохладную анапскую зиму. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48300. Программа «Детокс. Очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени, электрокардиограмма, внутривенное детокс-очищение, нейрофизиологическое обследование, рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19.